Привет, добро пожаловать на канал Inform TV. Несколько минут назад у себя на странице Фейсбука актер Андрей Заводюк опубликовал печальную новость. Ушел из жизни любимец советского и российского зрителя Андрей Дубовский. Ему было 64 года. Позже родные артиста обещают обнародовать дату и место прощания со знаменитостью. Напомним, Андрей Дубовский закончил ГИТИС и долгое время работал в Театре Советской Армии, а затем в Театре имени Пушкина. В 80-х он был известен благодаря картинам «Маленькие трагедии» и «Любовью за любовь». А настоящая популярность пришла к нему в 90-х после ролей Страдивари в сериале «Визит к Минотавру» и Лорда Уэйда в «Одиссее капитана Блада». Потом он снялся в «Тайнах дворцовых переворотов», «Стране глухих» и «Графине де Монсоро». Но после этого случилось непоправимое. Дубовский перенес инсульт, который самым тяжелейшим образом сказался на его здоровье. До конца своих дней Андрей оказался полностью парализован. Мы приносим соболезнования родным и близким актера.